Доброе утро, мои хорошие! Ребята, испекла я сегодня какао-тортик с насыпными орешками сверху и добавила в тесто внутри. Сейчас разрежу, уже остыл. Быстро и вкусно! Не проснулся Леушка. Мама встала рано, и Леушка рядом разместился, досыпает, досматривает свои сны. Лапочка. Порезала я для Леушки оранжевую паприку. Зеленую он не очень ест. Так иногда, в основном красное ему нравится и оранжевое. И здесь порезала говядину, мяско. Сколько скушает, столько скушает. Аппетит у него тоже разный каждый день. Кушать для Леушки готово. Еще я порезала сухой корм, потому что он крупненький. И я его немножечко порезала напополам или даже на три части. Так что будет кушать, что он хочет. И пожелаем ему приятного аппетита. Мои хорошие, показываю наши дрова. Время летит очень быстро, все мы не успеваем. И вот Иванушка разложил вчера все дрова, и прицеп наш свободен. Дальше мы думали и мы придумали, куда мы уберем эти плиты, но это в следующие дни. Сразу все не получается. Володюшка мой отгоняет машину на парк-плац, потому что нам нужно это место. Будем мы эти настриженные ветки складывать в телегу и отвозить сразу же в прицеп. Что хотела сказать? Хотела сказать, что сегодня у нас капает дождичек. Я всегда рада дождю, но не сегодня. Но не сегодня, потому что у нас работа запланированная. Потому что мы должны подстригать наши кусты. Я сама смогла подстричь только первые 6. И чем дальше, мои хорошие, тем стволы толще. И я просто не справляюсь. Так что это будет делать Володюшка. А я уже мелкие работы. Общипать тонкие веточки. И, возможно, буду работать пилой. Под карпортом у нас тоже дрова. Но они должны просохнуть. Они для следующего года. Сейчас Володюшка вывезет прицеп сюда поближе, и будем мы в него сразу складывать ветки, а потом вывозить на депони. Депони у нас в Зульсбахе – это специальное место, куда отвозятся ветки. Во дворе сжигать ничего нельзя. А вот этот мальчишка все время тявкает.
иногда совсем не хочет отходить от дома и зовет: папа с мамой, вы где? Я тут, идите ко мне. Тявкает, а ближе не подходит. Ну вот бывает у него такое. Капризулька. Леушка капризулька. Всем привет. Работа кипит, мой хороший. Да. Справимся? Справимся. Должны. Слава Богу, Леушка выбежал из-за угла дома. Теперь будет здесь с нами белая попка и хвостик. Попка белая, солнышко маленькое. Я не буду много говорить. Я сегодня на подсобных работах и тоже начинаю Володюшке помогать. Нам, женщинам, никак не угодить. То дождичек мелкий мне мешал, а вот теперь солнце. Становится жарко. Володюшка молодец. Я сейчас эти ветки все отвезу в прицеп и буду уже заниматься мелкими работами, подравнивать, чтобы было все красиво. Оно отрастет и будет красота. Полный прицеп веток. Я взяла форму. Помыла яблочки, почистила у яблочек серединку и наполнила орешками. В моем случае это фундук. Сейчас залью это медом и поставлю в духовку на 180 градусов. И буду смотреть, в общем-то, минут через 15 должны быть готовы. Какая красота! И пока я начиняла яблочки орешками и медом, духовка у меня разогревалась. Так что отправляем яблочки выпекаться. Мои хорошие, аромат обалденный! Яблочки готовы, я их достаю и пусть остынут. Вуаля! Ароматные, вкусные, нежные, медово-ореховые яблочки. Красота и прелесть. Мои хорошие, на улице светит солнышко, душа радуется. Что я хочу сказать? Что я, так как и многие женщины, работаю по системе «все включено». Включена стиральная машинка, включена плита, духовка, пылесос, утюг и компьютер. Я буду сейчас делать окрошку. Стоят жаркие денечки, и поэтому можно еще окрошку сделать. У меня здесь редиска. Ну, как вы знаете, я покупаю цветные яйца вареные, колбаса, использую я половину, огурец, зеленый лучок. И сегодня буду делать без картошки. Квас, конечно же. Квас окрошечный. А потом поставлю в холодильник и будем через пару часов кушать. Со сметанкой. Квас я уже сейчас поставлю в холодильник. Так что работа продвигается. Я люблю просыпаться пораньше. К
когда в дне еще нет совсем фальши, когда день – белый лист предо мною, что напишешь, то станет судьбою. Мои хорошие, я желаю вам всего самого доброго, счастливого, позитивного и мирного неба. Я вас обнимаю. Спасибо огромное за внимание. Чус. Пока.